Огородные сюрпризы от аномального потепления для сентября. Температура, по данным синоптиков, в течение месяца превышает климатическую норму на 7-11 градусов. И результаты расцвели. У нас шиповник зацвел, и ягодки, и цветы есть. Вот несколько сортов шиповника. Вот здесь очень красивый тоже темно-зеленый листвой. Еще на днях цвели вишни, яблони, вьюнки, которые обычно расцветают летом, роза, шиповник белый. Приятно смотреть, вспоминать о лете. Конечно, односельчане удивляются, думают, к чему бы это так, почему так природа распорядилась. Но, скорее всего, просто хорошая погода и тепло сентябрьское. Посмотрите, какое чудо! В конце сентября распустилась сирень большими своими ветками. Пусть листьев уже нет, но красота цветов, вот она такая прекрасная. Пришли дожди, пришло тепло, засуха была холодным, пришло тепло. Ну и Виктория подумала, ну в кавычках имеется в виду, подумала, что наступило опять благоденствие. И вот она, так сказать, ну не вся, конечно, но вот часть растений зацвела, а какая-то сейчас образовала ягоду. Не ремонтантная. В начале сентября цвела, в середине. И вот ее видно, вот она тут, видите, ягодки образуют, ягодки. Тут чеснок не должен был зайти, а вот он зашел, чеснок. Опять тоже нетипично, что обычно уже к этому времени его вообще убирают, но я его всегда держу на авось. И вот только в этом году такое чудо, что в конце сентября он дал мне уже третий урожай. И цветы есть, если еще 3 недели потянется такая погода, не ниже 10 градусов, то и четвертый урожай будет. Кстати, синоптики обещают еще целую неделю практически летней погоды.